Если вы смотрите это видео, значит, вы зарегистрировались на интернет-проекте Фаберлик Онлайн. Я желаю вам удачи, роста, везения, во всем вдохновения. И сегодня мы с вами поговорим на очень важные и нужные для вас всего лишь три темы. Итак, первая тема, почему же выгодно сотрудничать с международным интернет-проектом Фаберлик Онлайн, это будет... Мы с вами расскажем все, что вам пригодится для бизнеса и вашим будущим новым партнерам. И второе, почему выгодно работать с Фаберлик. И третье, почему выгодно покупать Фаберлик. Итак, почему же именно проект Фаберлик Онлайн? Сейчас мы с вами в подробностях это обсудим. На проекте Фаберлик Онлайн есть три возможности заработка. Первое – это экономия на покупках. Второе – это дополнительный доход, когда вы можете пользоваться сами, рекомендовать друзьям и знакомым. То есть вы можете продавать, если вы хотите. Третье – это создание собственного бизнеса. То есть мы создаем команду бизнес-партнеров и растем в уровне и начинаем зарабатывать все больше и больше доходов ежекаталожно. Вот именно создание собственного бизнеса и есть работа в интернете. Итак, что же нужно делать, чтобы начать собственный бизнес? Бизнес начинается с самых трех простых элементарных вещей. Это сменить привычный магазин на собственный интернет-магазин, приглашать других людей сделать то же самое и бесплатно обучаться тому, как это правильно делать и эффективно. Преимущество проекта Фаберлик Онлайн – это, конечно же, пошаговая система бесплатного обучения. Вы будете обучаться, на сайте есть примерно 11 заданий, которые введут вас в курс дела. Итак, второе – это огромная видеотека, это очень много вебинаров, это бизнес без денежных вложений. Нужно только ваше время и желание работать. Что значит без денежных вложений? Ну, все мы с вами знаем, что вложения у нас подразумеваются то, что если бы вы начали бизнес на земле, сняли бы свой какой-то павильончик под то, чтобы там, или какое-то место в торговом центре, вам нужно было бы нанимать бухгалтера, продавца, кассира, да, то есть и так далее, и так далее. Платить за аренду, вот это все как бы онлайн-бизнес не предусматривает. Вам нужен только интернет, телефон и компьютер. Далее, преимущество проекта Фаберлик Онлайн – это четвертое, нет необходимости в продажах. Да, то есть мы не тянем вас за рукав продавать, и это нужно обязательно понимать, что продажи только по желанию. Лидеры помогают своим новичкам расти. На самом деле это самое такое основополагающее, когда вы еще только в курс дела включаетесь, да, вы еще только обучаетесь, вы еще только начинаете работать, зарабатывать, а ваш наставник уже вам помогает расти. И, конечно же, поддержка новичков проекта Фаберлик Онлайн, она очень-очень сильная и мощная. Мы все партнеры, у нас нет начальников и подчиненных, и это тоже нужно понимать, что вы приходите как полноценный бизнес-партнер к нам, а мы вас обучаем. Я думаю, вы уже почувствовали разницу, что такое обычный бизнес и что такое сетевой бизнес. Да? У нас нет начальника, понедельника и будильника, но работать надо для того, чтобы зарабатывать с каждым каталогом все больше и больше. И также, конечно, преимущество проекта Фаберлик Онлайн – это свободный график работы через интернет. Вы можете зарабатывать утром, днем, ночью, вечером. Да, то есть кто-то работает час в неделю, кто-то работает круглосуточно. Да, и от этого, в принципе, и зависит наш с вами старт в бизнесе, как быстро мы выйдем на выплаты. Итак, конечно же, вас ждет командная поддержка во многих чатах. Чат по продукции, чат по работе. И чат по сопровождению, и, конечно же, личный рекрутинговый сайт в подарок от проекта после активации вашего регистрационного номера. Вот такой примерно сайт вы будете получать, и на этом сайте
Регистрации с него будут приходить вам в личку, если вы его будете активно применять. Все мы с вами знаем, что такое сайт. Когда вы идете зарабатывать в интернете без сайта, без группы, да, без каких-либо инструментов для работы, то это, конечно, выглядит не очень красиво, да, не очень серьезно, я бы так сказала. А тут, конечно же, проект вам сразу же выдает свой собственный лендинг, и вы уже также должны знать, что вашим будущим новичкам лендинг тоже будет выдаваться, не только вам, как руководителю своей структуры. Итак, три уровня обучения на проекте Фаберлик Онлайн. Первый уровень – это базовое знание о компании, маркетинг, знакомство с продукцией, техника работы с кабинетом, базовые понятия о работе в соцсетях. Второй уровень – это закрытая школа в виде вебинаров с подробным обучением по каждой соцсети. Также планирование и работа с новичками. И третий уровень – это директорская работа с лидерами, изучение платных способов продвижения, если они вас, конечно, заинтересуют. Фаберлик Онлайн сейчас это более 80 тысяч участников, это более 150 директоров, это более 6 тысяч новичков ежегодоложно к нам присоединяются из разных стран мира. Товарооборот более миллиона долларов каждые 3 недели проходит, и наши партнеры работают в 19 странах мира. Конечно же, почему же выгодно работать с компанией Фаберлик? Ну, во-первых, это возможность построения международного бизнеса без всяких проблем. Вы можете приводить свою команду 18 стран мира, даже, ну вот у нас сейчас, да, 19 стран мира, на самом деле их 42, и вы можете из всех 42 стран мира рекрутировать свою структуру. Единственной преградой может быть это, конечно, ваш языковой барьер. Второе, это узнаваемый бренд. Конечно, компания Faberlic 20 лет на рынке, и это говорит о том, что компания очень надежна. Она пережила не один кризис, и вам с ней будет легко и просто работать и зарабатывать. Конечно же, компания Faberlic – это 5 миллионов из 42 стран мира 20 лет доверяют компании Faberlic. Далее, это, конечно же, развитая инфраструктура. И, конечно же, о чем нужно знать, это очень хорошо настроена именно логистика, именно доставка, пункты выдачи продукции, постаматы, доставка почтой. То есть есть в некоторых странах даже есть курьерская доставка на дом. То есть вы можете выбирать все, что вам захочется. Ну, конечно, самое выгодное – это, конечно, пункты выдачи продукции. Далее, конечно же, это онлайн-отчеты. Очень подробные онлайн-отчеты. Вы можете работать со своими будущими новичками в команде легко и просто. Все акции, все призы, все подарки, все вам будет доступно. Далее, бизнес передается по наследству. Поэтому берегите свой регистрационный номер, не теряйте, не забывайте его, потому что новички очень часто теряют и забывают свой рек-номер. А тут, конечно, вы своим близким, прямым родственникам сможете потом передать свой бизнес. Далее, бесплатное путешествие за счет компании. Ну, интернет-проект Faberlic Online уже ездил в Шри-Ланку, ездил в Доминикану и скоро поедет в Бали бесплатно за счет компании в 2018 году. Ну, это будет примерно ноябрь-декабрь, да, самые такие уже холодные, ветреные месяцы года. Вот. И, конечно же, давайте с вами быстренько обсудим, почему выгодно работать в Фаберлик. Это возможность построения международного бизнеса, узнаваемый бренд, развитая инфраструктура, онлайн-отчеты, бизнес передается по наследству, бесплатное путешествие за счет компании и возможность постоянно растущего дохода. Нет фиксированной ставки. Сколько вы хотите зарабатывать, мы вас научим, и мы вам поможем столько зарабатывать. Обязательно. Итак, перед нами с вами додиректорский маркетинг-план. Как вы видите, тут есть различные уровни, и, конечно же, первый серьезный уровень – это кандидат директора, когда его структура
уже набирает 3000 баллов. Ну, если взять в пример цены России, то это от 225 тысяч рублей товарооборот. И уже вот такие вот шикарные выплаты. Можете поставить на паузу, посмотреть, сколько вы будете зарабатывать, допустим, на вице-директоре, в кандидата директора и так далее. Далее, это, конечно же, в компании Faberlic есть очень классная система поощрений, такая как квалификационные бонусы. И тут очень важно понимать, что если вы открываете директора и вы держитесь на нем 8 каталогов, то компания Faberlic помимо ежекаталожных выплат еще и будет выплачивать вам премию, да? И на каждом уровне, который вы будете открывать все выше, выше и выше, компания Faberlic будет вам давать более крупные квалификационные бонусы. Тоже можете поставить на паузу и посмотреть цены своей, бонусы своей страны. Вот. Далее в компании есть быстрый старт. Вот что мы вам рекомендуем взять, это быстрый старт. О чем это говорится? Вы открываете, допустим, звание директор, старший директор, серебряный директор, подтверждаете два раза подряд любое новое звание за 9 периодов. Неважно какое, главное, чтобы оно было директорским. За 9 периодов с момента регистрации. То есть на 8-й каталог регистрации, если вы открываете звание директора и подтверждаете его на 9-й каталог, вам дается квалификационные бонусы, умноженные на 2. Да, то есть вы можете удвоить свой квалификационный бонус. Что это значит? Это значит, что если вы будете брать быстрый старт директора, то ваш личный годовой доход уже будет бонус быстрый старт и квалификационный бонус. И у вас будет 110 тысяч, к примеру, премии по России, 44 тысячи по Украине и так далее, да, то есть вы получите это дополнительные выплаты, помимо тех выплат, которые вы будете получать за структуру. Это все бонусы сверху, да, ну, я думаю, можете съездить в какую-то поездку или купить себе классный ноутбук, что же вам захочется на эти денежки. Если же вы возьмете бонус быстрый старт за старшего директора, то у вас все это суммируется, да, допустим, 55 тысяч плюс 27 500 или 22 тысячи гривен плюс 11 тысяч гривен. И также быстрый старт серебряного директора, да, если вы успеваете за 8 каталогов открыть серебряный директор, это человек, который помог двум директорам вырасти, да, вот, то есть это уже командная работа у вас пойдет, и вы можете 55 тысяч, 27 500 и 110 тысяч умноженное на 2 получить. Вы только вдумайтесь, ваш годовой доход по России будет 1 600 000 рублей в год. В год, да, 632 тысячи гривен, да, то есть и так далее, да, пожалуйста, ставьте на паузу, смотрите свою страну. Также в компании Faberlic есть директорские бонусы. И директорские бонусы говорят о том, что если в вашей структуре появился директор, с первого уровня директора вы будете зарабатывать 5%. Если вы серебряный директор, то со второго уровня директоров вы уже будете зарабатывать 1%, третий уровень 0,5%, четвертый 0,25% и так далее. Что это значит? Это значит, что если вы будете в итоге хорошо работать и поймете суть бизнеса, вы можете стать и бриллиантовым, и элитным директором. И у ваших директоров будут директора, и со всех директоров, в седьмую глубину директоров, вы будете зарабатывать свой процент, потому что когда-то вы нашли своего дорогого, драгоценного директора, да, в будущем. Итак, также у нас есть бонус стабильности Faberlic, и если вы VIP-консультант, то каждые полгода вам будет выплачиваться вот такая вот денежка, да. Ну, если взять пример, опять-таки, цены России, то за старшего директора 5500 рублей два раза в год вам будет выплачиваться, да, старший директор 8250, серебряный директор 11 тысяч два раза в год, золотой директор 16500 в год, рубиновый директор 22 тысячи два раза в год. То же самое по всем странам. Я думаю, это тоже очень привлекательный бонус.
когда вы не растете, но и не падаете, и получаете бонус стабильности. Итак, бонус развития. У нас еще есть такой вот бонус. Он очень шикарный. До него пытаются расти все. Почему? Потому что это бонус выплачивается бриллиантовым директорам и выше. Это люди, которые помогли 6 людям стать директорами. И бонус развития выплачивается в размере 30% от суммы всех квалификационных бонусов, выплаченных за год за новое звание консультантом структуры. Это значит, что если в вашей структуре открылось 3 директора, и они получили премии, то 30% от этого оборота получаете вы. Они получают свой полноценный бонус, и компания вам из своего кошелька еще доплачивает 30% за их бонусы. Итак, также в компании есть бонус материнства и усыновления. Если вы более 8 каталогов подряд держитесь на 15%, это 1500 баллов в структуре, то вы вице-директор. И если вы в звании вице-директора находитесь последние 9 каталогов, то вы можете претендовать с момента рождения своего малыша или малышки или усыновления за год в России 1500 рублей в каталог, Украина 450 гривен в каталог, Казахстан 7500 тенге в каталог, Беларусь 40 белорусских рублей и так далее. Если же в вашей семье рождается или усыновляется второй малыш, то сумма увеличивается практически вдвое. Россия это будет 3000 в каталог, Украина 900 гривен в каталог, Казахстан 15000 в каталог и так далее. Вот такой вот добрый классный бонус. Компания Faberlic понимает, что не всем удобно работать и зарабатывать в сети интернет, если у вас появился маленький малыш. Итак, и последнее, что мы с вами обсудим, почему же выгодно покупать в компании Faberlic. Я думаю, это самое главное, потому что если вы это будете доносить своей будущей команде, то у вас будет отличный рост. Итак, первое, это, конечно, бесплатная регистрация, которая вас ни к чему не обязывает. Второе, это скидка на продукт от 20%, также он может быть 26%. Но об этом мы поговорим с вами на наших бесплатных обучающих вебинарах в дальнейшем. Третье, это 100% подарок за покупку, в каком бы вы уровне ни были, вы всегда будете получать подарки. Да, то есть смотрите, у нас подарки за покупки есть за стартовую программу для новичков и накопительная программа Faberlic Клуб. Что же это за программа? Да, стартовая программа, первый шаг стартовой программы, он всегда разный, там разные суммы. И когда вы делаете ежекаталожно одни и те же, да, определенные суммы заказов, вот вы видите, да, то есть, допустим, вариант первый, при заказе 2500 рублей, 2500 сом, 9500 тенге, 750 гривен, стоимость набора у вас будет 299 рублей. Хиты данной продукции это очень дорогостоящие и, я бы так сказала, очень действенные и самые ходовые в компании Faberlic. То есть компания Faberlic вам дает возможность познакомиться с нашей продукцией очень даже недорого. Стартовая программа идет полгода. Полгода вы можете получать практически подарков, потому что это дорогие вещи, которые вам, как новичку, могут достаться практически за себестоимость. Ну, это здорово. Итак, и вторая программа, это программа Faberlic Club. И эта программа говорит о том, что вы покупаете продукцию на сайте Faberlic, эта продукция весит какие-то баллы, и после того, как вы оплачиваете заказ до конца каталога, эти баллы в следующем каталоге превращаются в бонусы. И от 5 бонусов вы уже можете выбирать для себя подарки, что тоже очень здорово. И даже директорам компании Faberlic дарит подарки по Faberlic клубу по бонусам. Я думаю, это вообще классно. Итак, далее, конечно же, выгодно покупать Faberlic. Для регистрации не нужен паспорт.
Вот. Далее, значит, оптимальная цена и высокое качество. И на самом деле, что хочется про это рассказать, перед вами обычная схема движения в магазин, да, то есть вот как вы видите себя. И компания Faberlic, да, напрямую от производителя, напрямую от себя через пункт выдачи выдает вам заказ, да. Но магазины, они так не работают. Сначала это идет на крупнооптовый склад, потом на мелкий склад, потом уже еще более мелкий склад, а потом уже в магазин. И это получается, что производитель делает свою накрутку и еще через три накрутки. Себестоимость, к примеру, магазинского продукта, да, может быть 10 рублей, а наша, да, к примеру, может быть там 20 рублей из-за того, что у нас нету вот этой вот, как даже сказать, да, вот череды посредников, у нас идет сразу напрямую от производителя к вам, компания не делает большую накрутку, и поэтому цены у нас не только дешевле, чем в магазине, но еще и застрахованы от подделок, еще и выгоднее покупать, потому что продукция идет намного качественнее. Итак, далее, конечно же, хочется познакомить вас с ассортиментом. Это у нас есть направление красота. Полностью все. Бьюти-аксессуары, детская косметика, парфюмерия, средства по уходу за волосами, средства по уходу за телом, декоративная косметика, средства по уходу за лицом. И, конечно же, наша знаменитая кислородная косметика, которая идет как номер один в мире. Далее у нас с вами есть направление дом. Да? Это косметика для дома. Почему я говорю косметика? Потому что вся косметика для дома биоразлагаемая, экологически чистая и не наносит вреда ни человеку, ни окружающей среде, что тоже очень-очень важно. Это, конечно же, стирка и уход за одеждой, мыло для кухни, средства для мытья посуды, чистящие и моющие средства и очищение воздуха. Также есть еще ароматизаторы воздуха и так далее. Далее у нас очень развитое направление здоровья, да, то есть с нами вы можете и похудеть, и похорошеть, и помолодеть. Во-первых, это продукты для здоровья, программа управления весом, функциональное здоровое питание, да, вот прям на семени льна, белковое питание и так далее, средства гигиены, лечебная одежда, медицинские аппараты для домашнего использования ДЭНОС. Далее это, конечно, направление одежда и обувь. Одежда для всей семьи, женское и мужское белье, обувь, колготки, бижутерия и аксессуары. Поверьте, на таком ассортименте очень легко строится бизнес. А также у компании Faberlic собственное производство. Самый богатый выбор 15 категорий товаров по четырем разным направлениям абсолютно. Давайте же с вами посмотрим про собственное производство. Это 300 миллионов единиц продукции в год. Общая площадь нашего главного завода – это 35 тысяч квадратных метров. И также наша фабрика внесена в госреестр предприятий-производителей экологически чистой и безопасной продукции. Итак, почему же выгодно покупать Faberlic? Также компания состоит как член ассоциации прямых продаж. Продукция не тестируется на животных, что тоже нужно, конечно же, знать и понимать. И также вся наша продукция сертифицируется по ГОСТам, стандартам и СанПинам. В компании есть очень много продукции с маркировочкой 0+, которая разрешена новорожденным деткам. Также, конечно же, самый богатый выбор в компании Faberlic. И что хочется сказать, самая главная суть бизнеса у нас с вами состоит в том, что мы с вами должны создать такую команду, которая дальше будет зарабатывать уже, помогать вам зарабатывать. В начале пути вы будете одни, потом к вам придет один человек, второй, потом у вас будет 10 бизнес-партнеров, потом 20, потом 30. Вот. Конечно же, интернет-проект Faberlic Online в первую очередь желает вам верить в себя, верить в проект и верить в своих наставников и знать, что когда-нибудь мы с вами, кто-то очень быстро вырастает. У нас есть случаи, что за 53 дня открылся уровень директора. Также у нас есть очень
целеустремленные девушки, которые открывают за 8 месяцев уровень золотого директора, да, и это, конечно, все реально, и это, конечно, все нормально, если слушать, обучаться и очень много делать дел, да, о которых мы вам расскажем в следующем обучающем видео. Спасибо за внимание. С вами была Кононова Анна и интернет-проект Фаберлик Онлайн.